анонс и дата выхода нового фильма за 5 минут до января. Премьера фильма состоится на Первом канале 7 января 2020 года. Всем известно, что под Новый год случаются чудеса. Щедрое на новогодние подарки телевидение заинтересовано в чудеса особенно, но ничто не предвещало по-настоящему сказочного сюжетного разворота, когда генеральный продюсер генерального телеканала отобрал для итогового ролика за 5 минут до января 5, казалось бы, никак не связанных между собой репортажей и 5 абсолютно разных героев модного композитора Савицкого. Отважного спасателя, майора МЧС Макарова, капризную поп-диву Елизавету Барышеву, начинающую певицу, руководителя детской музыкальной студии Олесю Цветкову и дачника-пенсионера Петровича из деревни Бабаева, оказавшегося по совместительству немножко волшебником. Попав в вихрь невероятных событий, все они вдруг оказываются в заснеженном Бабаево, вдали от городской суеты, в новогоднюю ночь. Каждый из них встретит свое счастье, на радость Затейкину Петровичу. Напомним, премьера фильма «За 5 минут до января» состоится на Первом канале 7 января 2020 года. Ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки!